Кстати, подопечные Сергея Лазарева дуэт «Двое» выступили там впервые. Давайте заценим. Сергей Лазарев одним выходом на сцену убил сразу двух зайцев. Открыл партийную зону. Твоя любовь – это так красиво! Твоя любовь – это диктатор села! И разогрел публику для своих двоих подопечных. Боевое крещение в прямом эфире прошла группа «Двое», которую артист взялся продюсировать. Казалось бы, ребята только-только расправляют крылышки, чтобы влететь в мир шоу-бизнеса. Стой, да слушай наставника, но парни за словом в карман не лезут. Ну мы, в принципе, и до этого пели хорошо и попадали в ноты. Сережа... Очень скромный, ребят. Нет, Свят вообще скромный, как вы понимаете.